Каждые 2 минуты на Земле из-за осложнений беременности и родов умирает по меньшей мере одна женщина. Об этом говорится в отчете агентства ООН. Эксперты проанализировали данные за период с 2016 по 2020 годы. В странах Африки к югу от Сахары показатель более чем вдвое превышает средний мировой. В Европе и Северной Америке коэффициент материнской смертности за этот период увеличился на 17%. Почему мы наблюдаем такую ситуацию в Европе? It's important to remember that in terms of the absolute burden, it's not so much within the European region. And many of these kind of relative increases, they're relatively small. They're small in absolute terms, because the overall level of mortality is low. Двузначные числа мы наблюдаем в ряде европейских стран. Причиной смерти, как правило, являются кровотечение, высокое кровяное давление и инфекции. Как на ситуацию повлияла пандемия коронавируса? I would say that we think that COVID-19 contributed, but it does not explain the stagnation, because these stagnations we've been talking about, they do predate 2020 by several years. Большинство случаев летального исхода, считают специалисты, можно предотвратить. Прогрессу угрожают недофинансирование систем первичной медико-санитарной помощи, нехватка подготовленных медработников и проблемы с поставками медицинских товаров. ООН поставлена задача сократить коэффициент материнской смертности до менее 70 к 2030 году.